Михаил Игнатьев подписал указ о награждении орденом за заслуги перед Чувашской республикой муфтия Чувашии, председателя централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман города Москвы и Центрального региона», члена Общественной палаты Российской Федерации Альбира Карганова. Между тем, Духовное управление мусульман Чувашии заявило о прекращении сотрудничества с исламскими организациями Турции. Чем продиктовано такое решение, нам рассказал Альбир Карганов, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии. Для нас, для верующих людей, совершенно непонятна позиция, когда духовенство, религиозные структуры Республики Турции отмалчиваются по факту того, что по указанию чиновников республики был сбит самолет российской авиации и убит наш офицер. По просьбе официальных властей Сирийской Арабской Республики наши военные помогают в борьбе с так называемым исламским государством, фактически бандитским квазигосударством. И когда мы все говорим о том, что мы объединяемся, и политики об этом говорят, в том числе и традиционные религиозные организации, мусульманские в первую очередь, что мы не принимаем идеологию экстремизма и терроризма, вроде бы показываем единство перед лицом общего врага, и исламские структуры там молчат.